В концертном зале «Уникс» состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля «День первокурсника» Казанского федерального университета 2021 года. О том, кто победил и стал обладателем гран-при, узнаете в нашем следующем сюжете. Вот так задорно и празднично прошел гала-концерт ежегодного фестиваля «День первокурсника КФУ 2021 года». Конечно, помимо проректора по социальной и воспитательной работе Арифа Межведилова и директоров институтов, проявили себя и участники концерта. Более 200 талантливых первокурсников вышли на сцену концертного зала «Уникс», чтобы доказать превосходство своих институтов. Время очень быстро пролетит, вы даже не заметите, но те эмоции, те воспоминания, которые вы сейчас получаете, и та дружба, которая зарождается у вас, она, чтобы осталась с вами навсегда. Участие приняли все 16 институтов и один факультет Казанского федерального университета. В этом году было представлено порядка 70 вокальных и 20 театральных номеров. Выбор всегда за тобой. Что мешает остановиться и прожить то, что чувствуешь? Спокойно идти собственным путем? Перестать гнаться за чьими-то успехами. 70 хореографических постановок и творческих композиций в направлении оригинального жанра. Творческие объединения Казанского федерального университета не раз доказывали, что они лучшие как в республике, так и в России. Вы смогли преодолеть трудности, вы смогли сделать все для того, чтобы продемонстрировать свое творчество, свои устремления творить хорошее, красивое, полезное. Наконец стали известны результаты упорной работы. Обладателем гран-при в малой группе стал Елабужский институт. И не зря. Многие члены жюри отметили, что в этом году ребята действительно показали высокий уровень мастерства. В средней группе гран-при забрал Институт психологии и образования. А в большой его получили представители Института управления экономики и финансов, а также Институт филологии и межкультурной коммуникации. 5 лет подряд Казанский федеральный университет входил в платиновую тройку вузов на городском межвузовском фестивале «День первокурсника». И теперь студенты КФУ с нетерпением ждут городской этап фестиваля, чтобы в 6-й раз вырвать победу из рук конкурентов. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.